Смотрите, паучок ползет в страхе. Такой, помогите мне, лучше туда не идите. Там больно убивают. Смерть — это всегда больно, поверишь мне. Всем хай! С вами Юджин, на сегодня, друзья, мы с вами... Хотел сказать, будем нубить, как раньше в игре Crossout. Но на самом деле мы не будем нубить, а будем убить наших врагов. А врагов в этом мире, в мире Crossout, в этом бездушном, чудовищном мире очень много. И мы всех их будем убить. Вот уже я вижу, какая-то машина у меня здесь стоит в гараже. Я не знаю, откуда она взялась. Давайте попробуем тест-драйв, чтобы просто понять, на что она способна. Она способна крутиться. Смотрите, вот я вижу курсорчики, прицельчики. Так это ее перед. Я думаю, что вот это перед. Где у этой машины перед? Пиши в комментариях, если знаешь, где у этой машины перед. А также ставь лайк этому видосу заранее, чтобы я хорошо поубивал своих врагов. И раз уж ты рыскаешь под видосиком в поисках кнопочки лайка, загляни еще в описание и качай Crossout бесплатно по моей ссылке. Тебе еще за это много приятных бонусов перепадет. А мы выезжаем из гаража. И, кстати, вот он, оказывается, перед. Нет? Что-то я не понимаю. Я жму назад, но он едет налево. Чего? У машины перед вот? Какая странная конструкция. Мы какими-то бочками выстрелили. Мы катим бочку на всех врагов. На тебя бочку качу. На тебя бочку качу. Просто одними бочками затащу. Стоп, неудобно, неудобно ехать. Где перед? Черт, перед вот же он. Монстр-убийца ищет, куда бы закинуть пару бочек. Эй, ты, на тебе. О, он невидимый стал. И стреляет по мне. Ты что? Оп, он меня убил. Как так? Вообще, этот тест-драйв, какого фига там были игроки? Я не был готов сражаться. А теперь я готов. Наверное. Отобразить центр массы. Где у нас центр массы? Здесь, посередине. Мы должны эту информацию как-то умно использовать. Я знаю, как использовать ее. Просто вмажемся в этот автобус всем центром массы. А на правую кнопку мыши мы каких-то дронов кидаем, которые не умеют летать. Это не дрон, это мины. Смотрите, смотрите, сейчас я его, оп! А, чертовы бочки. Вон он едет, бам! Лови бочки! Еще бочки! Черт, промахнулся. Оп! Если бочка перебежала тебе дорогу, это к несчастью. Как неудобно на летающих подушках. Вон он. Оп. Да что ж такое, надо наловчиться. Я не могу управляться с этой штукой. Она сама не понимает. А, я на своей же бочке напоролся. Кто посмел? Ты, вонючий джипик. Какого фига? На тебе дронов боевых. Боевые дроны, в атаку. Ой, они его схватили. И теперь это мой шанс кинуть Охренеть. Ну что ж, мы готовы, теперь вступаем в бой. Разные ребята с нами, и посмотрите, даже четверо из клана. Это с кланом я каким-то играю. Кайф. Ладно, поехали, точнее, полетели. Оп, чей-то лагерь раздолбал каких-то бомжей. Сорян, у нас тут война. Погодите, а почему вы все, они все на таких машинах? Это что, флешмоб? Приближается ракета, надо свалить. Передачок мне немножко подбило. Ну ладно, я еще жив, я еще летаю. А значит, я все еще в строю. Кто додумался установить бочки сбоку? Мне придется каждый раз разворачиваться. Кидаем бочки, на всякий случай. Лишним не будет. Лови. Есть. Всадил ему. А ну-ка в гараж, быстро. Этот галимый кусок летающего дерьма мне не нравится. Как много деталей, неужели это все нужно? Для чего это? Давайте-ка лучше посмотрим, что у нас еще есть в репертуаре. Может быть, что-нибудь более могущественное. Вот ты, например. Ты тоже летаешь? Ну-ка, тест-драйв тоже продолговато, и перед опять не в том месте, где надо. Но мне нравятся эти пушки. Смотрите, я тут же разлетелся. У меня есть, оп, невидимость. Вот это мне по нраву. Отлично. В бой! Чих-чих-чих. Я же легко разлетаюсь обо все. Я хрупкий. А, попшикло меня чем-то. Зачем? Ну да, я постапокалиптический чувак. Воняю очень сильно. Это мой бот-парфюм. Он сделал так, что я пахну вкусно. Вот, немножко больно тебе сделал. Он под меня заехал! Под меня! Это нечестно! Меня это не устраивает. Вот это просто Бэтмобиль, только постапокалиптический. Его даже тестировать не нужно, надо сразу в бой его. Превышен максимально допустимый вес. А, черт, он слишком тяжелый. Давайте посмотрим, что мы можем отсюда убрать. Мне кажется, можно вот эти шипы убрать. И что-нибудь еще. Спойлер, кому он нужен? Не люблю спойлеры. И раз у нас немножко освободилось место, давайте поставим что-нибудь остренькое. Конечно же, бампер с шипами. Жалят очень больно. Против нас играет Биг Нуб. Большой Нуб, отлично, значит мы победим. Мне очень нравится, как выглядит эта машина. Почек сзади, я только сейчас заметил. Смотрите, паучок ползет в страхе. Такой, помогите мне, лучше туда не идите. Там больно убивают. Смерть — это всегда больно, поверишь мне. Вот он, гад летающий. Как ты смеешь вообще? Как ты пытаешься сметь? Перестань пытаться сметь.
У него сильнее орудие. Поражение. Нам нужна другая машина. Давайте соберем с нуля. В кои-то веки. Сколько можно пользоваться готовым? Ведь мы сами спокойно можем все сделать. Надо только обмозговать как следует дизайн, придумать его, представить и воплотить. Представляю вашему вниманию самый ужасный... О, у меня сегодня день рождения. Самый ужасный в плане конструкции автомобиль под названием Штык. Штык-мобиль. Сверломобиль. Бензомобиль. Не знаю, называйте как хотите. Он сверлит, он рубит. Но если надоест, то он стреляет. Тест-драйв. Какой маленький, опасный. Подсверлить. Смотрите, стоит и сверлит. В нагляк просто. Еще чуть-чуть, и ты будешь мертв. Смотри, уже колесики отвалились. Продолжаем сверлить. Все. До сердцевинки дошел. Еще и стреляем чем-то даже. Мы не можем его послать в бой почему-то. Надо создать огромную машину, чтобы сражаться. Она должна быть больше? То есть она должна выходить за квадрат? Или как? Сейчас попробую добрать недостающую... массивность. Поверьте, увидя эту машину, я бы ушел в другую сторону. Потому что это омерзительное зрелище. Я понимаю. Но еще потому, что она опасна. Выглядит очень опасно. Ну, сами посудите. Ну, подойдите вот сюда. Прислоните пальчик. Вот что с пальчиком происходит. Видите? Как минимум, эта машина может хорошо нарезать торт для вашего дня рождения. Ладно, давайте попробуем тест-драйв. Вау, что? Блин, ты дырявишь и без того дырявую крышу, перестань. У меня все само стреляет. Остается только подъезжать и рубить. Бензопилами, бензопилами. Боже мой, просто не машина, а мразота. Ее не хотят брать, потому что она мразота. Я понял, что это такое, это же Левиафан. Он будет сражаться за меня сам. Это значит, что мне надо было вот здесь работать. Черт, давайте сделаем это. Воплотим мою мечту. А мечтаю я, чтобы мразота... пошла в бой. Я даже не буду вам говорить, на что способна эта машина. Потому что я сам не знаю. Черт! Оно неустойчивое. Надо аккуратно газовать. Черт! Закручивает меня. Зато смотрите, назад я очень хорошо еду. Чертов холм! Ладно. Фух. Я рассчитал баланс веса так, что я могу перевернуться обратно на колеса, если захочу. Я захотел и перевернулся. А теперь давайте развернемся, потому что я тут сейчас обнаружил, что задом я еду лучше, чем передом. На самом деле, в наших же интересах стоять где-то здесь и греться возле костра. Куда стрелять? Я вижу оттуда ракеты летят. Давайте туда постреляем. А, погодите, я знаю, у меня же есть радар. Враг где-то там? Вот он где-то здесь! Скорей, стреляй! Блин, как неловко-то получается. Он подъехал ко мне и убил. Слушайте, мне понравилась эта машина. Я не знаю, что-то в ней есть. Давайте вернемся в гараж. Приделаем еще пару гусениц для устойчивости. И теперь этот гад ползучий снова отправляется в бой. Наша тактика ясна здесь, с этой машиной. Ныкаться по всяким щелям, за зданиями. Черт, он здесь, прям рядом! Как он здесь оказался? Я же ныкаться хотел. Я вдруг осознал, что эта машина очень легко пробиваемая. Шипы сзади вообще не помогают. Как и бензопила, на самом деле, тоже нафиг иди. Вот! Просто закупорили дырку. Но теперь как раз-таки можно шипами обзавестись. Мой анус столько раз порвали, что он стал шипастым. Его разодранные клочья затвердели в прочнейшие шипы. Так, давайте вот это говно уберем и поставим что-нибудь поинтереснее, что-то стреляющее. Вручную, чтобы мы могли стрелять ею. Как-то так. Мразота идет помогать вам в бою, ребят. Смотрим в бинокль. Где враг? Не видно. Осторожней, осторожней, осторожней! Чертова ты, мразота! Что делать? Спасибо, друг! Какой хороший тиммейт мне попался. Где, 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 где враг? Ладно, просто куда-нибудь стреляем наобум. У меня два оружия на одну кнопку назначено. Вон, я вижу. Давай! Кажется, попаду сейчас! Тихо, 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 тихо! Блин, закидывают! Блин, страшно здесь под мостом. О! Какого дьявола? Давайте посмотрим, что здесь есть еще интересного. О, тифун. Вот это хрень. Другого слова нету. Прикиньте, я захватываю. Невидимость. Никто не поймет, кто захватывает эту базу. Едет враг ко мне. Сейчас я из-за кустов как вылезу на него. Черт, из-за холма вылез в итоге. Вот такой непредсказуемый. Возможно, вы скажете, что я вообще никакого участия не принимаю в бою и не помогаю товарищам. Но, а кто захватывает базу сейчас? Я. Вон, ползет мой конкурент. Есть! Хорошо всадил, ему больно. А база-то тем временем захватывается. Победа! Слушайте, это я победил. Это же я победил. Ну как бы благодаря мне. Мои ребята защищали меня, пока я захватывал базу. Об этой победе я буду рассказывать своим внукам. Давайте аккуратственно вылезем. Супер незаметно. О!
Чуть не попало по мне. Так я близок к смерти, но при этом не гибну. Оу, но, стой, дай развернуться. Вот, слишком развернулся. Чуть-чуть менее разворачивайся. Перезаряжай быстрее. Поражение? Офигеть, стоило мне сдохнуть, как все проиграли. Но стоило мне захватить базу, как все выиграли. Это все только из-за меня происходит. Я считаю, что мы очень неплохо справились. Тихо. Нет. Отымеют. Сейчас поимеют меня жестко. Невидимость. Я нажал кнопку раствориться. Слушай, это определенно неплохая точила, но мне не нравится это оружие. Во, не знаю, что это. Но выглядит очень устрашающе. Ползаем и устрашаем. Такая тактика. Так. Сейчас попробуем попасть. Обрушься на него. Отлично. Все, окружают. Окружают бедного жучка. Убегаем. А это что за машина такая? Ну-ка. Сейчас мы ее испробуем. Все вращается, все вертится. Полетело. Стой, аккуратней лети. Плохо летает. Давай. Подохни. 5 урона. Это все, что я смог ему нанести. 5 урона. Я разочарован. Так, ну надо посмотреть, что тут еще есть интересненького для меня. Вот бы вы могли мне сделать машины, чтобы я погонял и подоминировал. Вот мне приглянулась интересная летающая штука. И я установил на нее кайдзю, понимаете? Самое мощное, что здесь есть. Ну, то, что я нашел, по крайней мере. Поехали. Вот это понравилось мне и ему. Ну? Фига, я выстоял! А, нет, но не выстоял на мосту! Сейчас все будет! Разломали его! Есть, победа! Вот она моя машина! Прочная, мощная и очень простой формы. Теперь мы должны закрепить результат. Смотрите, вон ползет букашка. Смотрите, какой беспомощный! Ой, это я беспомощный! Ай, сломал мою пушку! Теперь мы просто раскаленные улетаем! Ракета приближается! Нет! Мы все еще живы? Все мы еще живы! It's alive! Есть! Вы не погибли! Какое классное приспособление! Да нет! Да дай мне просто посмотреть на бой! Нет! Сейчас мы покажем, что значит коробка-убийца. Куда-то в песок пострелял зачем-то. Позорюсь только. Аккуратней. Преследуем. Ну какого дьявола? Какая у меня слабенькая машина все-таки, а? Я один среди врагов. Нехорошо это как-то. Ой, как нехорошо. Ой, как плохо. Чуть-чуть модернизировал эту тварь. И теперь она пылает огнем. Вот так. Хорошо. Нифига, от меня просто ничего не оставили. А, нет, еще и просто надругается надо мной. Просто швырнул меня. Посмотрите, какой чертеж я купил. Офигеть, просто мощь. Не-не-не, хорошая штука. Мне нравится. Только надо установить немножечко боли для врагов. Посмотрите, как ускоряется она. Идеальная машина, чтобы удрать с поля боя. Берем. Ладно, все, я разозлился. Поехали. Полетели точнее. Я неуловимый убийца. Отовсюду выезжаю, повсюду стреляю, песок ворошу. Черт, я перевернулся быстрее, там крат. Сейчас будет. Продолжаем двигаться. Есть. О, нет. Какой я неуправляемый, жесть. Слушайте, фиг по мне, кто попадет. Просто на своего друга запрыгнул. Сейчас мы вернемся, ничего, нам даже домкрат не нужен. Победа! Я очень разозлился. О, нет, ускоряемся. Скорее надо как-то ориентироваться. Меня подбили, одного колесика нету. Но у меня есть еще 3. Легко собрался, без колеса. Я не без колес, у меня только одного колеса нет, перестань. Оскорблять меня так, почему я не могу стрелять? У меня все патроны закончились. Твою ж налево. Но мы победили! Я очень разозлился, хочу 3-ю победу. Все, ребят, это ответственный бой, потому что мне нужно победить 3 раза подряд. Сражайтесь за меня, как за себя. Хорошо всадил ему, прям в харю. Как же хорошо я поддерживаю огнем. Есть! Снова поддержал огнем. Вот это я поддерживающий. Мне в чирлидер надо идти, а не на поле боя быть. Чморим! Чморим толпой! Есть! Отлично! Победа номер 3! Это
Да, вот оно. Машина, которая мне подходит. И команда, которая мне подходит. Это было очень круто, друзья. Я максимально кайфанул сейчас. Если вы хотите также кайфовать, качайте игру по ссылке в описании. Игра бесплатна и еще куча бонусов будет. Ну а на сегодня мы закончим. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также по традиции мощнейшая петюля. Вы готовы? Раз, два, три и пять.